Всех приветствую, всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. С вами я, Мухаммад Муртазалиев, и вы на канале «Шеф готовит». Я рад вас всех приветствовать, я рад, что вы включили этот видеоролик. Я рад, что сегодня у нас такая замечательная погода, отличные погодные условия. Сегодня мы с вами попробуем приготовить очень популярное вкусное блюдо, которое называется «Сач из баранины». Конкретно какую баранину мы будем использовать? Сегодня я взял вот такие вот красивые пистолетики бараньи. И попробуем, что получилось вкусно. Вам желаю приятного просмотра, мы начинаем. Папу обнять захотела, да? Солнце. Скажи всем привет. Всем привет. Скажи приветики, пистолетики. Приветики, пистолетики. Хорошо. Как тебя зовут? Скажи им, чтобы они знали. Хабиба. Хабиба. Это моя дочка Хабиба. Кстати, кто видел видеоролик, где мы готовили кролика с овощами в помпейской печи? Сравните, какая она была там маленькая и как она сейчас выросла. Иди играйся. Сначала, друзья, мы с вами помоем наши овощи и подготовим их к приготовлению блюда. Ну а в процессе видео наш уважаемый оператор будет снимать какие-то вот изменения, которые происходят вокруг нашей беседки и в целом беседки. Вот, например, у нас заработал наконец-таки кран в беседке. Не надо идти туда мыть овощи. Друзья, тут с овощами такой момент у нас. Овощи мы нарезаем чуть толще, кроме картошки. Картошку мы постараемся максимально тонко нарезать, ну, в пределах разумного, чтобы она вообще у нас не сгорела, а так, чтобы прожарилась и все это было одновременно готово, то есть одновременно пожарились наши овощи, картошка и мясо. Это надо все как-то аккуратно рассчитать.
Примерно вот такой толщины у нас будет картошка. Картошку взял египетскую. Она побыстрее жарится. Ну что, сходим в лес под дрова. Друзья, ну как вам наша новая дровница, которую замутил мой батя? Для тех, кто не знает, мой отец, это его зовут дядя Рустам, для вас он дядя Рустам. У него свой канал на YouTube, называется Big Chef Cooking. Я думаю, вы уже больше его знаете, чем меня. Вот, индюки не дадут соврать. Так вот, он уже перевалил за отметку 500 тысяч подписчиков, а у меня всего лишь 400. Ну ничего, как говорится, я как молодой буду брать пример старших и стараться догонять его. Дорогие друзья, ну а вот такой замечательный многофункциональный пловер вы можете заказать с доставкой на дом у интернет-магазина «Шелковый путь». А по промокоду «Шеф готовит» вас будет ожидать приятная скидка. Интернет-магазин «Шелковый путь» рекомендую от всей души. Надежный магазин, доставляет в сроки, цены вас приятно удивляют. Ну а качество товара просто 100 баллов из 100. Друзья, ну а наш стач уже нагрелся, и мы отправляем вот такие вот замечательные наши ребрышки. Ой, ребрышки, говорю, наши пистолеты.
друзья, наш замечательный, красочный, ароматный садж уже готов. И в самом конце мы добавляем специи, соль и свежемолотый перец. Дорогие друзья, на все это наше дело ушло, ну, грубо говоря, плюс-минус 25-30 минут. Это с момента того, как мы начали овощи мыть, нарезать, и уже до этого момента, как мы уже сели за стол. Ну что, мне приятного аппетита. Сегодня со мной нету, как обычно со мной бывают, дегустаторы, мои друзья. Сегодня так получилось, что у них не было возможности прийти. Ну, а мы пробуем. Кстати, я сейчас буду, сегодня я буду кушать как аристократ. Обычно я кушаю как, ну, вы знаете, прям вот беру, кушаю, прям кусаю. Но сейчас, может, вы по разговору заметили, у меня изменился разговор. Я в брекетах, и мне неудобно будет. Я еще не привык прям к брекетам, недавно их поставил. Мне будет неудобно так откусывать. Вот, пробую мясо. Знаете, при всем уважении к людям, которые живут в квартирах, ну, в квартире на газовой плите, ну, не приготовить вот так вкусно. Ну, аромат дымка просто потрясающий. Очень вкусно. Овощи сочные, мясо очень сочное, с ароматом дымка, костра. Честно сказать, хоть каждый день бы ел. Сейчас поем и пойду делиться уже со своей семьей. Это очень вкусно. И в приготовлении, как вы заметили, очень просто. Картошечку попробуем. Картошечка у нас прожарилась идеально, она прям разваливается. Попробуем баклажан. Но больше всего, честно сказать, мне понравились шампиньоны. Они прям сочатся. Дорогие друзья, а я напоминаю, если же вы хотите точно так же легко и просто готовить у себя на даче или где-нибудь в огороде дома с кайфом вот такие замечательные, красочные, вкусные блюда, то обращайтесь в интернет-магазин «Шелковый путь». У ребят есть, помимо этих замечательных пловеров, казаны, тандыры, мангалы. Переходите по ссылке в описании. И смотрите весь их ассортимент. По промокоду «Шеф готовит» вас ожидает приятная скидка. Заказывайте у надежного интернет-магазина. Ну, а я думаю, с вами на этом не прощаюсь. Иншаллах, говорю вам всего лишь до свидания. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии.
это помогает в развитии канала. Вы, конечно, извините, что видео выпускаем так редко, но вы сами знаете, санкции не обошли и блогеров стороной. Сейчас мы не зарабатываем, грубо говоря, на YouTube, но периодически стараемся для вас делать какой-то контент. С вами был Мухаммад Муртазалиев. До скорых встреч. Не могу кусить. Я просто...